Здравствуйте, меня зовут Карацея Евангелина, мне 17 лет. Обучаюсь в 11 классе школы номер 11. Увлекаюсь культурой и кухней азиатских стран. 3 года назад я стала сертифицированной актрисой, но на этом мои цели не заканчиваются. Я мечтаю поступить в МХАТ на факультет актерского искусства. На этот конкурс я пришла за новыми возможностями и еще большей реализацией себя в сфере модельного бизнеса.